Сегодня в Волгаре проживают порядка 30 тысяч жителей. При этом микрорайон активно расширяется. Наряду с жилыми кварталами появляются и объекты инфраструктуры. Например, на стадии строительства 4-й детский сад. Он должен вместить 215 малышей. Мы его очень ждем, потому что у нас здесь работает сейчас 3 детских сада, но они не в шаговой доступности. То есть вот от моего дома 1,5 километра придется мне ходить. Вот ребенку моему 2 года, уже 5 месяцев мы ждем. Если этот детский сад в следующем году откроет, это нам будет большая радость для всего нашего вот этого микрорайона. С будущим детским садом жилые дома свяжет новая дорога. Ее строят по госпрограмме развития жилищного строительства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Реализация нацпроекта в Самарской области ведется под личным контролем главы региона Дмитрия Азарова. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в сентябре 2019 года завершено строительство 2 дорог. Это Александр Солженицын, а также завершено строительство в части освещения дороги по улице Осетинская в Экограде Волгарь. В данном микрорайоне в 2019 году будет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» осуществляется строительство еще 3 дорог. Это дорога, ведущая к парку Дружбы народов, по улице Народной и по Виталия Толобаева. На строительство дороги по улице Александра Солженицына из бюджетов разных уровней выделили 30 миллионов рублей. По улице Александра Солженицына проектом предусмотрено строительство дождевой канализации, устройство песчано-подстилающего слоя щебеночного основания и двухслойное асфальтобетонное покрытие. При работе использовалось около 20 единиц техники. На объекте находилось там до 50 человек. Благодаря нацпроекту в микрорайоне появилось освещение. Установили 149 фонарей по улице Осетинской. На это выделили 12 миллионов рублей. Я живу в районе площади Революции, вот, а в Волгаре я купил квартиру для дочери, которую уже, наверное, год ремонтирую. В последнее время строится много дорог окружных. Поставили освещение, вечером удобно возвращаться домой. До того, как поставили фонари, было, конечно, темновато. По другую сторону от новой дороги в будущем планируют построить школу.